уже в 25-й раз конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» проходит в городском округе Щелково. В 2018 году мероприятие получило статус областного, а это значит, уровень конкурса значительно повысился. Становится традиционным наше обещание оценивать ваше выступление максимально благожелательно, ну и, несомненно, справедливо. По традиции конкурс проходит в родных для композитора Александра Алябьева местах. Немало лет мероприятия проводили в селе Рязанцы. В этом году конкурс состоялся на нескольких площадках во Фряново, в усадьбе и на сцене Дома культуры. Более 100 заявок из 25 городских округов Московской области и участники разных возрастов. Конкурс проводится в двух номинациях – народное и академическое пение. В ходе мероприятия наградили участников и победителей прошлого этапа. И, конечно, с удовольствием послушали тех, кто приехал выступить в этот день. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.